кто первый умрет от зомби, тот лох. А если я умру первый? Hey, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Dark Dragon, Foxy, Lockdog. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Здорово, работяги. Сегодня мы играем в Garry's Mod. Отличнейшая карта, где мы будем мочить очень много зомбаков. Поэтому сегодня серия, где мы мочим миллион зомбаков. Карта так и называется, миллион зомби. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Пацаны, идемте за мной, я покажу, где зомби находятся. Только не бойтесь их, они добрые. Я из них стейк сделаю. О, слышишь? Слышишь? Короче, они же по волнам идут. Как будто первая волна. Идемте, идемте, они тут появляются. Ой, прикольно мод на фонарик. Так что, ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся записать что-то очень классное. И каждый раз интересное. Вон, пошел первый. Пацаны, я вам ничего не оставлю. Давай, давай, давай. Ого, разорвало. А что это за огнемет у тебя, который напополам их разрывает? Это очень круто. Так, идемте в другое место, я знаю, где они еще появляются. Только не бойтесь, кто боится зомби, лучше с нами не идти, пацаны. О, хедкраб. Ты только меня не трави. Ого, поджигатели. Сегодня у нас очень весело будет. Люблю вообще серии, где надо помочить всех. У нас очень много оружия классного. Давайте вот такой пулеметик возьмем. Слышали, как щелкают головы их, чвякают? Красота-то какая. Хедкраб. Крышем, крышем, пацаны, по красоте. Вам нравится вообще зомбачков валить? Да. Мне кажется, немножко подтянули графику в этой карте. Было более все мыльное. Теперь так прикольно все смотрится. Идемте за мной, они тут. Может вообще, давайте, ребята, возьмем дробаш. Мощный дробаш. У нас есть дробашок? Да. Сейчас, сейчас, сейчас. О, вот в этом паке есть дробаш. Ой, это труба. Похоже на дробаш. Труба похожа на дробаш. Давайте, идите сюда, с темноты. Бум, улетел. Бум, вот это, ребята, дробаш. Вот это мощь. Так, быстро заряжаем? Медленновато заряжается, но ничего, зато мощь. Мне кажется, можно двоих и троих сразу так нагибать. Пацаны уже разбежались по карте. Ну, а мы идем сюда, потому что знаю, что тут они тоже появляются. Ну чё, иди сюда. Я не знаю, они куда далеко улетают или нет, что-то я вообще не наблюдаю. Ого. Они вот повсюду. Да, они везде. Поэтому, ребята, будьте внимательны. Это же начало только, сейчас дальше будет все больше и больше. Поэтому, ребята... Берите вкусняшечки с собой и смотрите, как мы мочим зомбаков. О, идут, идут. Давайте двоих сразу. Нет, меня убили. Убили, да? Слабак. Они меня в углу зажали. Меня свои убили. Да? Это хедкраб мне послышалось, тут ходит. А, в притирку. Это ж патроны кончились, так их мочил. Бум. Бум. Красота-то какая! Надо, короче, быстро зарядник взять. Автоматический дробаш. Это тоже не тот. Ну, вот такого в притирку стрелять. Дурак, что ли? Хедкраб, я тебя занакажу сильно за это. А ну иди сюда. Тихо-тихо-тихо. Ого, а что это за оружие у тебя такое мощное? Вот такое вот. Не, это читерская, давай нормальное брать. Ну ладно. Так же нечестно наполовину. По башкам, ребята, как четко. Надо ниже брать немножко. Улетает. Я возьму такое. По прицелу вообще только первые пару пуль летят. А потом разброс идет. Ты дурак, что ли? Цена на ДПС, как стреляется с Снегивом. Так, что-то мне этот пак не сильно нравится. Давайте зайдем. О! Эй-эй-эй-эй-эй-эй!
О, что это за... Что за оружие? О. Вот такое. Какое-то странное у меня оружие. Не повсюду. Они что, растворяются, чьи невидимые становятся? Они просто исчезают, офигеть! Эти бегущие за беди. Подсветил кто-то, красавчики. Я его подсветил. Так, давайте вот это возьмем. Я его убил. Ой, голимое оружие. У кого? Ого, наказывает их. Ладно, не будем брать. Может подвисать из-за него, кстати. Калашика. Так, тихо, только тут крякает. Эй! Дурак, что ли? Ой-ой. Эй, патроны везде кончились, обойма. Ого, их тут! Ребята, их все больше и больше, да, на карте, обратили внимание? Хоть крабы. Их уже намного больше. О, мой любимчик, а ну иди сюда. Вообще не хочет никак. Ого, их там кто-то нагибает. Где, если бы были еще танки, на которых нафигать хоть крабов кидали? И... Еще повезло. Ой, блин, не так стрельнул чуть-чуть. Хорошо, хорошо, мочите, мочите. Я сейчас оружие такое возьму, что все сдохнут. Ай-яй-яй. А, ты дерьмо вонючая. Прыгучий кусок говна. А это что у нас за оружечка? А, у нас же есть прикольное оружие Toy Boy Classics. Вот тут, ребята, вообще жирнячее оружие. Вот так можно лупануть. Ого. Дурак, что ли? Пошел. Раз больше зомби, оружие у нас помощнее будет. Вот это не разлетается! Красиво! Расщепитель 2.0. У всех просто нагибейшн. Эй, ты чё там застрял? Как надо расчищать зомбаков? Вот это расщепите. Чё, пацаны, нормально мочится? Да. Больше почему-то я его здесь делаю. Офигенная оружка. О, тут нычка есть. Офинтеть. Вот это она растворяет. У-у-у-у. Растворитель 2.0. Ты где? Я? А, зомбаков мочу здесь. Прикольная оружка, мне так нравится она. И все притащи. Вообще ни о чем. Дурак, что ли? Как тебе моя оружка? А, вот. Это повылетали именно. Кряхтелки, блин, а? Чисто, чисто. Чисто, да, вообще быстро. А у меня скорострельная. О, хэдкраб. Она очень быстро качается, но она очень много наносит. Да? Ага. Расщепил зомбака. Что, говоришь, оружие мне дашь? Нет, не разрушается. Я убиваю всех здесь. Есть еще классная карта про зомби. А, дождь там идет, насколько помню, на карте. Тоже прикольная. Автоматы мне дал, да? Да мне тут успеешь. Нормально так лупашу, только толку от него. Говняный какой-то. Во, пойдет. Лазерган на единице. Успокойся, псих. Где еще зомби? А сейчас будет все больше и больше. Надо их просто нагибать, нагибать. Да, ребята, в следующий раз, когда будем зомби записывать, мы возьмем карту. Там прям отображаются волны.
Там прям прикольнее карта. Но здесь зато их очень много. А я здесь очень круто делаю. Чё ты хочешь, чисто? Где зомби? Алло, вы чё, всех убили? Локдог вообще именно мочильщик зомбачий, чачий. Где зомби? Вы всех убили. Может, все уже кончились зомби на карте? Нет, они здесь. 400 килов. Я сделал 400 килов и слышу карту. Конечно, читер. О. Расчищейшн. Че, не появляется здесь или нет? Че вы, мужики, вы где? Так, заспавнилось кто-то. Тут, тут. А где место, где много зомби? Вы где их находите? Вот тут, что ли, их много? Зачистил, зачистил. Вот это прикольно, оружка. Смотри, какие-то тупо взрываются постоянные пули. Видите, по кругу разбрасывает? Офинтеть. Ой, блин, думал, то зомби. А то Фокси. Так, тут уже нету. Выходить могут тоже. Да. Зомби, вы где? Ой. Так, тут чего, нету. Нет? Всех убили. А, не. Ой-ой-ой, зачистил, да пойдет так. Блин. А это нельзя разрушить? Столбы. О, можно. Офигеть. По зомби можно завалить, да, таким образом? Идут, идут, идут. Притирку, вот так вот. Никого. А можно залезть? Мне кажется, можно залезть как-то, не? Хэдкраб, ой, хэдкраб! Ого! Я тебя спас, Дим. А, ну сюда тогда можно завалить каким-то образом. Ой, извини. Я думал, тут что конструкцию можно завалить. А можно, вот упало, что-то отвалилось. Обстоятельство называется. Так, а тут значков нычки не нету от Half-Life. Есть такая штучка. Пацаны, прощайте. Давайте будем выживать чисто с пистолетиком от Half-Life. А? Давай. Давайте, все, выживалочка началась. Чисто с одними пистолетиками. И проверим, кто первый умрет от зомби, тот лох. А если я умру первый? У меня пистолет конченый, их дамажит. Убил, убил, убил. Че, чисто с пистолетиками, ребята. Это, знаете, как вот челлендж. Выживи с пистолетами. А, вы с револьверами? Давайте револьвер тогда хотя бы возьмем. Драг-драгон, нечестно. Не, только пистолет, драг-драгон. Ты специально читеришь или ты хочешь же проиграть? А, сейчас разберусь. А, ты проиграешь, не то оружие используешь. Не по правилам. Охей, метки. Мне аж именно нравится, как я умею попадать. А я вообще слома убиваю. Я всего слома убил. Вот это именно меткость у меня зашкаливает. Чё-то я говорю, эй! 35 хп, ты дурак что ли? Дима, ты что творю? Этот краб пошел в жопу. О, ты чё читеришь? Отвали. Что-то, пацаны, их больше, да, стало, мне кажется? Да. Ну, так зато интереснее выживать. О, толпа идет, орда целая. Давайте центр сделаем, где... Давайте, да, где будем обороняться. Все, давайте, короче, идемте со мной, покажу вам место, где можно обороняться. Идемте, идемте. Ага. Сюда, 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 сюда. За мной, за мной, за мной. Ой. За мной, за мной, за мной. Так, сюда. А сюда. Все, вот это место, где самое лучшее будет обороняться. Держите патрон. Два, это, прямых входа. В голову. В голову. Дима, ну, вы проиграете, я по-хитрому сделаю. Ты проиграть тоже решил? Не, я по-хитрому. Эй, зачем? Где-где-где зомби? Не идут. Пацаны, что, стоим тут до последнего? Да. С Димой эту сторону выпулим. Да-да-да-да. Не, ну будем как бы, как получится. Пусть к нам подходят потихоньку зомбачачины. Идет, идет, я вижу.
Я нашел слабость их. Какая слабость? Они взяли сюда. Попаду я отсюда или нет, мне интересно. Попал. Щетка. На дальнее расстояние непривычно в горе смоги стрелять. Ты че гранаты кидаешь? Говори, нельзя. Я запрещал, ты не сказал. Ну так мы так не выживем, так неинтересно будет выживать. Давайте, чтобы вот хардкор было. Только пистолетики. Ладно, пистолетики. Дима, видишь, это пистолетик? Идемте, идемте за мной, идемте, не ссыте. Ну, иди, не смотри, у меня револьвер есть. Дима, смотри. О! О! А чё? Слышь? Нет. Ах ты, читерюга. Ну это револьвер, я ничего не знаю. Какой револьвер? Револьвер, который мочит так жестко, нифига ну, себе. Смотри, вот, у меня в руках. Так нельзя так. Нельзя, все. Хорошо, раз у тебя то револьвер, тогда у меня тоже револьвер есть, сейчас вам покажу. Так, как вы думаете, вылетит Гарри Смот, если я взорву очень мощную бомбу сейчас? Кто я? Не, давай я, нельзя тебе. Можно. Прощайте, я жертвую собой. Ребята, если вам понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения, посмотрим мои ролики еще.